груз был. Зашли вечером, сын что-то хочет уже попробовать. Давай сюда встану. Сейчас посмотреть надо мелочи, то мы зашли посмотреть вечером, а тут загрузка была. Сейчас подожди мелочь посмотреть. Ну, не видно, да, там бумажку приклеили. Как ты с раскачки будешь? Я попал. А, не берет. Давай мини. Или ты хочешь этого? Большого собачьего. Валя на родине, не? Валя, привет. Да, укатил. Что-то ты съехал с ней, жалко, конечно. Там бумажку приклеили, кто хочет, ну, здесь посидеть, игрушки возить, да, и мешается. Да, пусть лежит, давай на мини. Или на кого? На шарик, на мини. На шарик мы не знаем, попытка сильная. О, уже поближе, да. Съехал. Ну, с игрушки, да, как-то клешняк провернулась, что ли. Это игрушки я ребенку посыпал за 3800. Серьезно? Да, вот здесь как-то. А, чуть-чуть не затянулся. Сэм с 10-10. Ты хочешь мячик? О, довез. Довез. Ты далеко от самого тела взял. Что, этого? Мелкого хочешь? Съехал. Ну, съехал. Наводи почетче на игрушку. Да, ну доставай шарик, пока все. Тут хотят поиграть еще. Давай, кто там попался? Попался за бинокль. Молодые люди поиграли, решили мы после них еще попробовать. Я попадаю, не вижу ничего. Я думаю, на сину же, может, ну, лежит. Я не знаю, давай не будем пока пробовать. На эту собаку мы уже такой вот. Ну, если ты получится, у тебя мини, только туда ближе, да-да-да, к телу. Не за лапы, да-да-да, а за тело, чтобы он его взял. Нет, не попадаешь, да? Еще давай. Ну так уже получше лег. Получше лег, главное попасть. Что мы на него пробовали, что-то он не поддался нам. Не хочет розы. Ну тогда не знаю, будем еще пробовать. Не хочет цепляться, цеплять даже его не хочет, видишь? Нет, ну смотри, кого ты хочешь, пробуй. Ты
и хочет эту собаку. Угу. Вот круто еще увидеть как. Ну да, тут еще надо же попасть в нее. Давай другую брошку. Я вот что-то сегодня с этого угла не верю, что мы достанем. Подальше, подальше, подальше. Вот, видишь, зацепилась. Везде. Тора упал. И Минни хорошо, или Микки. Микки. Микки, зацепи за тело хорошо, пусть туда кинет ее. Микки надо забрать, не нравится эта игрушка. Ну, чуть-чуть не хватает. Не хочет. Так наведи просто над телом, ну что он это захватит. Нет, ну там где руки его, как правильно. Что это было? Давай я сяну. От лунки отошла? Все, иди пробуй. Иди пробуй, я уже отодвинула. Пробуй. Такое. Где-то попытку пропустили, наверное. Мама, лапайте. К себе еще. Ну, чуть-чуть не хватило, представляешь? Надо на нее собаку пробовать. Потому что там клешня может прокрутиться в тело. Понимаешь? Немножко не так. Вот попытка. Ой, и не отдал. Ну, давай еще 10 рублей. Такое. Я вот не понимаю, да, пару сантиметров и не хочет туда бросить. Пару сантиметров. Посмотри. Ну, бери 50. Уже доиграть на нее и все. Странно. Игрушку мы не можем поймать. Вот настолько странно это все, я не пойму.
знаю, может, пропустили попытку и все. А кого тут забирать из маленьких? Все большие, а большие только на сильную попытку. Хорошо попался. Не разрывает этот миг. Главное, попадаю дальше, он отдаст. Достала еще 30 рублей, добавила. Что-то, ну, очень сложно.